Что я не люблю в Америке, это серые отели. Вот которые везде одинаковые и так далее. О, кстати, прикольное зеркало есть. Вот, достаточно прикольный старинный отель. Смотрите, какой красивый. Palmer House называется. Красивые люстры, которые не хочет брать iPhone. Рояли. И старинные лифты. Ну, я думаю, отель может быть как раз таки сам по себе старинный. И поэтому он так выглядит. Так, не знаю, лифт сработал или нет. Все, теперь точно сработал. Сейчас покажу, у него еще очень красивый вестибюль. Та-да-да-да-да. Прикольно, стою в лифте, снимаю себя на видео. Тут видите всякие статуи. Там находится американский бар. Для меня это сейчас тяжело, потому что я на диете. Я вообще ничего не могу есть до завтрашнего утра. Так что бар с кухней и едой я пройду как можно быстрее. Но, блин, посмотрите, как красиво. По-моему, это просто офигительно. Жаль, я живу в нескольких блоках от этого отеля. А то бы все время здесь останавливался. Ну, если когда-нибудь я перееду из Чикаго, то я, наверное, буду останавливаться вот в таких прикольных отелях. Смотрите. Как в музее. Винтовая лестница наверх. Вот как-то так. Если вам понравился отель, ставьте лайк. Меня зовут Тимур Терждинов. Подписывайтесь на мой канал. И до встречи в следующих видео. Всем пока.